Добрый день, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите выпуск новостей международной группы компании Skyway. Мы сегодня с вами находимся в экотехнопарке. Наконец-то долгожданный, даже я бы сказал, вожделенный момент, которого так ждали все наши инвесторы, партнеры, друзья нашего проекта. Итак, вы воочию сегодня сможете убедиться в том, что работа не прекращается, несмотря на небольшой перерыв, который был связан с праздниками. Все возобновилось. Количество опор, которые уже установлены, о чем так долго гадали все наши зрители, сегодня вы сами увидите. Кроме того, сюрприз для вас, сегодня на стройке все происходит под руководством самого генерального конструктора Анатолия Эдуардовича Юницкого. Анатолий Эдуардович, для наших зрителей, для поклонников, не боюсь этого слова, вашего тоже не боюсь этого слова проекта, расскажите о том, что сегодня происходит у нас в экотехнопарке. Ну, мы устанавливаем следующие опоры, промежуточные. Вот, уже две установлены, сейчас третья и четвертая опора. Это за сегодняшний день имеется в виду? Да. И это начало скоростной трассы. Здесь будет городская трасса, километр 200 метров. И потом продолжение 15 километров, высокоскоростная трасса. Это будет одна трасса. Но те 15 километров выйдут за пределы участка. Мы сейчас находимся на территории участка. Здесь будет 19 промежуточных опор стоять, с пролетом 50 метров. И на 108 метров пройдет сама трасса. При этом это будет два в одном. Сверху высокоскоростной транспорт. Навесной. А снизу подвесной городской. А в будущем мы потом сделаем и высокоскоростной подвесной. Прекрасно. А сколько сейчас уже установлено опор наши? Постоянные зрители, которые следят, поклонники проекта, за обновлением новостей, все гадают. Кто-то там скажет, я был сегодня у Юницкого в конструкторском бюро, там стоит уже столько. Другой говорит, да нет, там вот реально, скажите, сколько на сегодняшний день установлено? Пролетит вертолет, сейчас снимет, можно будет посчитать. Так, небольшая интрига пусть будет. Хорошо. Их легко посчитать. Дело в том, что морозы сейчас, да, видите, сколько снега. Были праздники новогодние. Это, ну, несколько график сбился, да. И сейчас вот будем вот здесь, под следующую опору, там яма выкопана, ее не видно. Сейчас придется откапывать от снега. Поэтому из-за вот таких вот обстоятельств, ну, непрогнозируемых, да, несколько мы не отстаем от графика, чуть-чуть. Мы наверстаем, и в январе уже все опоры промежуточные будут стоять. Прекрасный прогноз. А как вы оцениваете работу смежников, подрядчиков? Ну, все идет по графику. В соответствии с финансированием работы. Может быть, следует попросить наших инвесторов, потенциальных в том числе, интенсифицировать свои усилия по финансированию работы. Конечно, это чтобы нужно, мы все вовремя успели. Потому что когда падает скорость строительства, растут накладные расходы. И значительная часть средств уходит вот именно в это. То есть эффективность работ падает, когда недостаточно финансирования. Ну, это общеизвестные факты, да. Поэтому, да, надо интенсифицировать, видите, уже холодно. Я тут, холодно, да. А рабочим приходится весь день, да, работать, да. И у меня уже зубы сводят. Да, необходимо интенсифицировать работу, это привлечение инвестиций, безусловно. Это очень важно и значимо для нас, конечно. Уважаемые партнеры, защищайте свои инвестиции, не прекращайте поддерживать наш проект, и тогда мы скоро достигнем желаемого результата. Безусловно. Строй Skyway. Спасай планету. Строй Skyway. Спасай планету.